Безоговорочный лидер сезона. 19-летний испанец Фернандо Монхе на Сиате на первой стартовой позиции. Рядом с ним точно такая же турбодизельная машина украинского гонщика Игоря Скуза. Пау и Паульсен с Пфистером, они начинают толкаться, и это все оттесняет обоих. Ну а Игорь Скуз блестяще лидирует, за ним Петр Фулин на БМВ. Две гонки здесь вымыли и два вторых места. Блестяще, блестяще провел свою гонку Игорь Скуз. Всего лишь 2 очка вымывает сопернику, 2 очка после 4 квалификаций и 6 гонок. Пфистер на 4-й позиции. Пау и Паульсен с Пфистером, они начинают толкаться, и это все оттесняет обоих. Ну а Игорь Скуз блестяще лидирует, за ним Петр Фулин на БМВ. Когда ты едешь за границей, мало того, что нет друзей, да, ты там чужой, ты не свой. Все на тебя смотрят сквозь линзу, да, и все замечают твои самые малейшие шероховатости, и никто тебе не прощает никаких ошибок. Кто чемпион, кто вице-чемпион своей страны, да, кто чемпион своих серий определенных. Это говорит о том, что уровень очень высокий, все едут очень быстро. И чтобы выглядеть на их уровне достойно, для этого проделывается очень-очень много работы. Есть такой у нас среди спортсменов, среди механиков свой такой язык, да, там не управляется морда, это передняя часть автомобиля, или она переуправляется, или не держит задние колеса так, как они должны держать. Самое главное в автомобиле — это баланс. И пилот должен очень хорошо это чувствовать и выявлять, что в автомобиле его не устраивает. И как только он на это может указать, инженеры и механики могут это исправить. Потому что если ты приходишь к врачу и не говоришь ему, что у тебя болит, долго он тебя будет лечить, правда же? Точно так же и здесь. Автомобиль спортивный создан, чтобы ехать очень быстро. Автомобиль жесткий, потому что только жестким автомобилем можно достичь высокой скорости в повороте. Когда кузов будет мягкий, будет комфортно, он не будет поворачивать образно с 90 км в час, поворот 90 градусов он не повернет никак. Потому что кузов сразу скручивает пропеллером, она начинает крениться на одну сторону и не поворачивает. Та же рама безопасности, которая в машине стоит, она тоже является элементом жесткости. Но я обращаю внимание на все мелочи и нюансы. Даже на такие, на которые обычный человек, даже зритель, это даже внимание не обращает. Я вижу, как меняется состояние асфальта от первого до последнего круга. Как меняются погодные условия. Я всегда даю отдохнуть автомобилю. Бывает такое, что при какой-то аварии, когда авария происходит, которую ты не ожидаешь, что так может произойти, когда тебя неожиданно там лезут туда и бьют твою машину, когда ты понимаешь, что ну, на танке он что ли едет. Вот тогда таким моментом бывает иногда, ну, они тебя вводят в шок в таком плане, что ну как такое может быть? Ну как мы можем участвовать в гонках, а не на танковом полигоне и гонки на выживание. И бывает, это все так быстро, мгновенно происходит, что ты даже не понимаешь. Вроде только что все было нормально, ты уже стоишь в другую сторону с разбитой машиной и так далее. Потом, когда начинаешь все это перекручивать, это все длилось на протяжении определенного времени. Для тебя это пролетело как за секунду. Вышел на 4-ю позицию. Ну, а это... Да, ух! Игорь Скуз, я думаю, вспомнил. Ты за ним едешь, его мгновенно перед тобой разворачивает, да? Вот ты должен быть готов к тому, что ты мгновенно за доли секунды принимаешь решение и выходишь из аварийной ситуации. Победы очень важны. Если пилот не побеждает, он
автоматом, хочешь не хочешь, он деградирует. Все проходит, да, гонки проходят, жизнь проходит, результаты остаются, да, достижения вот эти вот, они остаются. Вот и все.